Всем привет, меня зовут Соня, я фитнес-тренер «Промфитнес Октябрьский». Сегодня хочу рассказать о своей подопечной Ксюше, с которой мы добились очень хороших результатов. Пришла она ко мне еще в начале сентября, и на сегодняшний день мы скинули уже 10 килограммов. И, естественно, мы на этом не останавливаемся, мы продолжаем работать. У нас тренировки проходят в формате функционального тренинга. Это круговые тренировки, направленные на все группы мышц, проработку выносливости и силы. Когда вы занимаетесь функциональным тренингом, вы, соответственно, быстрее худеете, потому что процесс жиросжигания включается быстрее. Ксюша пришла с запросом похудеть. Мы сразу обговорили ее питание, я дала ей нужные рекомендации. Первое время Ксюша мне скидывала свое питание, я его корректировала, и сейчас уже она не нуждается в моей помощи в плане питания, но иногда может задать какие-то вопросы. Она очень выносливая, она молодец, она слушает все, что я ей говорю, очень быстро учится, очень быстро выполняет все рекомендации. Поэтому мы добились уже таких результатов за небольшой такой срок. Тренировки дают заряд позитива, заряд бодрости, вне зависимости от времени дня. Вы получаете не только хорошее настроение, но и качественное, здоровое тело. Всем привет, меня зовут Ксюша, мне 24 года. Раньше я спортом не занималась, и в этом году я впервые в жизни решила пойти в спортзал и поменять свое тело. Я приняла такое решение, потому что осознала, что не хочу уже смотреть на себя в зеркало, и мне совершенно не нравится то, как я выгляжу, и я набрала слишком большой вес. Я пришла тренироваться именно к Соне, потому что мне, ну скажем так, посоветовала подружка, которая ранее к ней ходила. Я считаю, что она достигла очень хороших результатов за, наверное, 3 месяца, и я это видела по фотографиям, поэтому я попросила ее посоветовать мне тренера, она посоветовала мне Соню. Я ни разу не пожалела о том, что я пришла именно к ней. На первой тренировке она была как бы у нас вводной, мы с Соней больше знакомились. Я задавала ей очень много вопросов по поводу тренировочного процесса, по поводу моего питания. С Соней сразу мы нашли как бы общий язык. Для меня самым сложным было просто переосилить себя в плане того, чтобы пойти в зал. У меня самая главная мотивация – это то, что я хочу выстроить себе красивое тело. Мой тренер Соня в этом мне очень помогает. Я вижу наши с ней результаты, которые получились за такой короткий промежуток времени. Я думаю, что мой тренер тоже мной гордится, как и я горжусь своим тренером, потому что благодаря ей я достигла уже таких хороших результатов и думаю, что дальше будет только больше и лучше у нас все получаться. Хочу посоветовать всем, кто мечтает изменить и хочет изменить свое тело, что кроме вас самих этого никто не сделает. И просто нужно об этом не думать, о том, что у меня не получится или у меня нет времени. Это просто все лишние отговорки, которые всегда есть у каждого человека. И также они были у меня. Но если вы поставите перед собой цель и все-таки решитесь на этот шаг, то вы измените свою жизнь и свое тело в лучшую сторону, чем вы потом будете очень сильно горды. Приходите в Prime Fitness Октябрьский к Соне на тренировки.